Омск и, в частности, Сибирский государственный университет физической культуры является в значительной мере центром пауэрлифтинга на территории Сибирского федерального округа. Здесь прекрасные специалисты, здесь ученые, которые позволяют сегодня разрабатывать, апробировать и внедрять новейшие технологии подготовки в спорте. И сегодня пауэрлифтинг, я думаю, что продолжает свое развитие. Данные соревнования для нас уже ежегодные. Ежегодно ездим, ежегодно выступаем, представляем честь вуза, честь региона. В прошлом году заняли второе место командное. Хочу показать, в каких я сейчас кондициях нахожусь. Соревнования проходят на замечательном уровне. То есть все шикарно, я рад выступать здесь. Эти соревнования важны как для меня, так и для остальных участников, так как это всероссийские студенческие соревнования. Собраны все участники с России сильнейшие. Сейчас у меня идет очень хороший период в моей спортивной карьере. У меня очень хорошо пошел дисциплина жим, экипировочная, а также жим классический. Сейчас в жиме лежа мой результат более 150 кг, в становой тяге более 200 кг. В жиме экипировочном более 210-215 кг.